Из пушкинского романа «Капитанская дочка» сделали мюзикл-блокбастер. На новое прочтение классики решились в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре. Постановщик из Москвы и Санкт-Петербурга. В спектакле даже появился новый персонаж. Его зовут Лиха. На предпоказе побывала Татьяна Репина. Похудел от нервов, видать. За час до предпоказа за кулисами театра активизируются все. Костюмеры готовят образы, актеры спектакля заканчивают грим. Нужно успеть поправить прическу, настроиться на игру и поговорить с журналистами. Всеобщий интерес вызывает заявленный в афише формат мюзикл-блокбастер по классическому роману «Капитанская дочка». Будет интересно нынешнему поколению, которое по каким-то причинам, возможно, просто не знакомо с произведением «Капитанская дочка» именно в классическом варианте. И увидев спектакль, им, может быть, станет интересно, то есть прочитать классику и понять, кто такой Пугачев, кто такой Гринев, кто такой Швабрин. Эти персонажи в мюзикле остались в классическом варианте, а вот Маша стала более решительной. Осовременила девушку актриса Юлия Горенская интуитивно. Александр Пушкин не прописал четко образ главной героини романа. Придумывать себе, что же такое сделать-то, чтобы зритель все-таки, ну, заметил. Потому что остальные все роли, они достаточно яркие. И они и Пушкиным прописаны очень ярко, и кавалерианом, да, вот либретистом нашим. Мюзикл-блокбастер «Капитанская дочка» поставил московский режиссер Дмитрий Отяковский. За месяц команда Хабаровского музыкального театра сделала почти невозможное. Пошила сложные костюмы, соорудила мобильные декорации. Актерам, кроме заучивания текста и новых танцевальных па, пришлось осваивать технику контактного боя. Какой блокбастер без дуэлей, выстрелов и спецэффектов? Очень импульсивная сцена дуэли. И это просто называется «Наши бессонные ночи». Мы без конца репетируем. То мы сломали шпагу на одной репетиции, то мы забыли комбинацию, то мы не влезли в пространство сцены. «Не буди лихо, пока оно тихо» – есть такая русская пословица. И как раз-таки в мюзикл-блокбастер режиссер добавил нового персонажа. Зовут его Лихо. В произведении Пушкина его нет. Болотные монстры, которые выползают откуда-то из недр хтонической Руси, да, и начинают пожирать одного за другим персонажей, все их светлые чувства, все их надежды, чаяния. Это вот то самое, что и родило этот самый емельяновский пугачевский бунт. Мюзикл-блокбастер «Капитанская дочка» впервые поставили в Барнауле. В Хабаровском музыкальном театре экспериментальную классику можно увидеть в эти выходные. Премьерные показы пройдут 25 и 26 июня. Татьяна Репина, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».